Кормушка 2,4 литра со стаканом. Ставится она с места потолочины или делается отверстие потолочины 3-5 сантиметров, чтобы пчелы смогли перейти и взять корм. То есть у нее есть такое отверстие, сюда заходит пчела. Дальше. Стакан этот ограничивает движение пчелы, соответственно, он тоже ребристый внутри. Пчела спускается вниз, берет корм и обратно выходит через это отверстие.